В разгар уборочной кампании работники агропромышленного комплекса района трудятся в полях, невзирая на то, какой на календаре день недели – будний, праздничный или выходной. Не до отдыха во время жатвы и руководителям сельхозпредприятий, которые круглосуточно контролируют ход уборки, решают возникающие производственные вопросы. В минувшую пятницу глава администрации Кашхабского района Заур Хамирзов ознакомился с ходом уборочной страды в ряде хозяйств района. Следует отметить, что на текущую дату в районе зерновые убраны с площади 11 962 гектара, что составляет 70% от всей уборочной площади. Намолочено 62 026 тонн зерна при средней урожайности 51,9 центнеров с гектара. Глава района побеседовал с руководителями хозяйств, поинтересовался урожайностью культур, объемом выполняемых за день работ, обсудил возникающие в ходе уборки проблемы. В целом, ходом уборочной кампании в хозяйствах глава района остался доволен. Этот год для сельхозтоваропроизводителей выдался сложный. Несмотря на неблагоприятные природные условия, урожай неплохой. Благодаря проведенным вовремя агротехническим мероприятиям, самоотверженному труду комбайнеров, сегодня в закрома будут засыпаны тонны золотой пшеницы. Земледельцы нашего района прилагают максимум усилий для своевременной уборки урожая в сжатые сроки и, главное, с минимальными потерями.